Здравствуйте! Это музыкальный проект «Народный формат». Я Анастасия Нагайкина, и ко мне в студию в гости приезжают артисты из разных районов Кубани для того, чтобы исполнить народные песни, показать обряды и удивить частушками. Первый коллектив, с которым мы встретимся сегодня, приехал из станицы Медведовской. Это ансамбль «Кубанцы». Ленинский. Да. Помню, была у вас в гостях. Как вы душевно встречали, как я вас ждала в гости. Да, накормили, да, напоили, да, удивили песнями. Да. И мастер-класс у нас был. Но как красиво украшен ваш Дом культуры. Да, вашими руками чудесными, золотыми. Да, мастерицы сегодня у нас в студии. Да, вот вы видите, и шерсть, и прялка. Но об этом позже. Предлагаю прямо сейчас узнать о вашем коллективе подробнее и вспомнить нашу встречу. Народный фольклорный коллектив «Кубанцы» создан в 1997 году. Руководит им Татьяна Грудинина. Под ее руководством объединились знатоки и любители народного творчества. Коллектив выступает на районных, краевых, международных конкурсах и фестивалях и знакомит зрителей со старинными казачьими песнями и народными обрядами. У кубанцов есть коллектив-спутник – детский образцовый фольклорный коллектив «Кубаночка». Вы показываете обряды на сцене, показываете для детишек. Мы все здесь собраны те люди, которые любят свою родину, любят свою землю, любят свою Кубань, которые помнят свои истоки и которые готовы все сделать для того, чтобы передать молодому поколению. Сейчас мы увидим обряд, свадебный эпизод. Да? Как это было? Вот представьте кубанскую станицу Медведовскую 150 лет назад. Вставайте, девчата, вставайте! Да, девчата, заспевайте песню! Да, а то лучше заспевайте. Да и заспеваем, орудевать. Лето мои молодые, марно пролетают. Я есть.
Так, ну, в общем-то, это был эпизод из большого-большого обряда, да. театрализованного, где готовится к замужеству девчина. Да, да, и да, наварганила уже, как говорится, кучу приданного. Да? Это и рубахи могли быть, и настольники, да, скатерти. Но это всячески... это все. Хата должна была быть у казачки Била. Да. Пока вы спевали песню. Антонина Тимофеевна уже там... Она сорола нитки, а с этих ниток уже вяжут. У нее очень много вещей вязаных. Антонина Тимофеевна, ваш мастер-класс сейчас покажем. Что ты показывала на веретене и на пряжке. Да, покажем, какая я додельница рукастая. Ну, конечно. Так уже надо пошукать. А вы смотрите. Антонина Тимофеевна, сначала вот здесь работа происходит, да? Да. Вообще сначала все с баранов начиналось. С баранов. Ходит баран, живет баран, уже на нем шерсть здоровая выросла, зимы постригли. Но Тимофеевна пошла, выбросила и начинает ее заработать. Это отнимает, а так и дает. Это отнимает, а так не дает. О, смотрите, что... Ой, какая ты умница. Не крути, вот так просто, вот так нас. Ну, ой, раз, поднимаем, раз, поднимаем, пускай. Да, нажимай. Нажала, отпустила. А здесь тянуть? А здесь не надо трогать ничего. Мне не получается нажимать даже. Делай на голову. Она не поднимается, педаль она не поднимается. Операторы, поднимите мне эти педали. Мафина, вы завтра проснетесь, будете здесь. Смотрите, поехали мы. Ну так оператор же работает. А потому что мне операторы помогают, я такая мастерица. Коля, Коленька, помогай мне прясть. Думаешь, надо силиском было женщинам? Давай. После этой съемки мне снилась прялка несколько дней. Мне снилось, как я приду, днем и ночью я приду. Поэтому я считаю своим долгом нажать пару раз на вашу педаль, чудо машины, и сделать несколько оборотов. Потому что я же так и не осилила. Мне главное нажать, и чтобы она поехала. Давайте проверим сейчас. Вот я сейчас так пустю, а ты ногу раз, не давай ей останавливаться. Я опять на каблуках. Давайте попробуем. Кого скинуть? Тухли. Тухли, хорошо. Же, да. Не надо ничего. Я сейчас вот это, то, а ты и нажимай. Все, дайте я запущу, я же водитель. Все. Я запустила прялку. Все. Теперь я без пяти минут мастерица. Мы тебя принимаем в свою компанию. Спасибо, но я уступаю место профессионалам. Вот мы увидели подготовку невесты к свадьбе, да, как она прила, как она готовила приданное в исполнении ансамбля «Кубанцы». А вот сейчас мы посмотрим фрагмент уже из свадебной обрядности непосредственно. Это тот момент, когда невеста покидает отчий дом. Ой, матенька моя, теперь я не твоя, теперь я того пана, с кем рочка вязана. Ну что, детки мои, наклоніться матері. Бог благословляє, і я благословляю. Жив я була, їхала, жив я була, йшла. Тільки ще із матір'ю не простилася. Кланяюсь Богу, мамо, що родила мене рано. Yeah.
То есть... Но пора и в церкву. Поехали. А куда вы пошли? А это надо заснять. А, все, вы идите. До свидания. А ну мы остаемся. Смотрите, они ушли, а корзинки с ясным остались. Смотрите, что мы делаем. А, это инструмент. Это ваши инструменты? Эть, назад, назад! Частушки еще! А частушки кто будет мне петь? Тоня! Тоня, иди! Гулянку останавливаем! Частушки не допели! Кубанскую свадьбу мы догуляем с вами таки в хуторе Ленинске. А пока частушки в народном формате. Автор Корнеева Антонина Тимофеевна, и переданы они мне вот буквально за 2 минуты до эфира. Приезжала к нам Настюша, в Ленинский наш дорогой. Встретили ее мы дорожной нашей песней заводной. А потом пошло веселье узнать Настюши на умение. Пряла быстро и красиво, ниткой тоненькой велась. Все Настюшу поздравляли. Вот это чудо, вот это класс! Спасибо, до новых встреч в хуторе Ленинском. А пока мы встречаем новых гостей, артистов в этой студии. Вдохнули и выдохнули в Армавире, хорошо? Молодцы. А теперь улыбочку. Кто там ха-ха во втором ряду? Зубы... Поехали. И раз, и два, и три, та-да-та, тим-та, головочка, там-та, яста-та. Еще. В нашей студии артисты из Армавира, народный ансамбль «Казачий Спас» с песней «Хуторочек». Сыпал снег буланову под ноги, с поля дул прохладный ветерок, ехал парень дальний хуторок. Девчонка по душе.
нам у подноги. С полярю прохладный ветерок приехал дальнею дорогой. Заверну пореться в дорогу. Приехал дальнею дорогой. Заверну пореться в дорогу. В очередной раз убеждаюсь, Армавир – талантливая земля. Сколько раз посещаю, и всегда хочется ехать еще и знакомиться с новыми талантливыми коллективами. Сегодня с нами Казачий Спас, мы уже знакомы, и здравствуйте. Здравствуйте. Теперь вы к нам, да? Ирина Николаевна, вы руководитель, вы вот прям генерал, генерал народной песни и ансамбля «Казачий Спас». Предлагаю вспомнить нашу встречу в Армавире. Вас там было больше, ну, да, как минимум в два раза, да? И узнать подробнее о вашем творчестве. Народный ансамбль «Казачий Спас» не просто песенный коллектив. Это настоящий фольклорный театр. Здесь поют и танцуют около полусотни артистов разного возраста. В репертуаре кубанские песни, но есть место и творческим экспериментам. Коллектив дружный, считает себя большой семьей. Большинство участников планируют надолго связать свою жизнь с народной песней. В планах ансамбля создать свою инструментальную группу. Ансамбль «Казачий Спас» – это все-таки кубанская песня, русская песня, композиции местных авторов. Фолк-театр, потому что за фолк-театром мы можем спрятать любую песню. Хоть русскую народную, хоть казачью, хоть какой-то обряд. Казачьи, понятно, поем казачьи песни. А вот спас – это спасайся, кто может. Ну, казачий спас – это тоже спецназ, это характерник, это нужно изучать, это история. Это была казачий спецназ называться, да? Да. Но вы когда десантировались, мы видели, это прям мощно. Так же мощно вы выступаете. Поскольку вы делаете и театрализованные постановки, одна из таких версий – это любимая украинская песня «Полюбила Петру». Друзья. Красивые костюмы, и танец, и песня. А вообще экспериментируйте с жанрами. То есть что необычного можно увидеть в репертуаре фольклорного театра «Казачий Спас»? Может быть, это какая-то эстрада, или, не знаю, рэп, рок, что-то такое необычное. Ну, и моя бабушка курит трубку тоже. Да? Да, когда мы... Возможно, правда? Да, возможно. Когда мы заканчиваем репетиции, совсем недавно я научилась играть на гармошке, и поэтому мы вот
иногда себе позволяем даже вот такое. Предлагаю такую небольшую короткую игру на тему знания народных песен. Ну, это в первую очередь это хиты, да? Я говорю или пропеваю строчку, ну, делаю паузу, а вы продолжаете. Давайте попробуем, насколько вы подкованы в этом деле. Не знаю, да? Меня напугали. Да? Ах, вы сени мои, сени. Сени новые мои, сени новые, кленовые, решетые. Виновата ли я? Виновата ли я? Виновата ли я, что люблю? Ваку. Кузнецы молодые, кузнецы, кузнецы молодые, кузнецы. Я на горку шла, тяжело несла, уморилась. А кузненький проулочек, казаки идут, а горбушка играет, морозиком поет. Именно эту песню мы сейчас послушаем в полной версии в исполнении казачьего спаса. Послушаем, как звучат частушки у ансамбля «Казачий спас». Гармония есть. Частушки! Маленькие танечки. Ай, да ну, да ну, да ну, на свете люди не поймут, разве можно это петь? Можно, если захотеть. Хочешь петь? Пей, да? А мы, ребята, хоть кудаем, поем и пляшем, а как будем уезжать, ручкой вам помашем. Ай, да ну, да ну, да ну, на свете люди не поймут, хочу поблагодарить вас и все коллективы, которые участвуют в проекте «Народный формат». Увидимся совсем скоро. До новых встреч. А вам успехов. Казачий спас. Пока-пока.